подъехал к вот этому моменту, где я считал, что есть разрыв, машины стоят, я остановился. В итоге пересекшего двойную сплошную языка суд лишил прав на полгода, а не уступившего дорогу Абельхана оштрафовали за невыполнение требований полицейского. Кроме того, он должен отремонтировать машину оппонента, ну и свою, по умолчанию. На основе вещественных доказательств в действиях Абельхана Нурбулата по статье 613 Административного кодекса и согласно пункту 8.3 правил дорожного движения при выезде со второстепенной полосы на главную из-за неуступчивости главной машине доказано, что произошла авария. Абельхан Нурбулат с вердиктом не согласен и намерен обратиться в высшие инстанции. Однако независимый эксперт считает, что обжаловать административный протокол нужно было в течение...